Знаком бастак там подсахадон телеканала эфир информацию рагдабон студии Чесия Талина. Радионал Цибер Тайра вагда сайрак дар тиметал. В России у нас сайрак стратегион партнер. Президент Бибалта Анатолий Фимбалд в России к делегации мэна парламента депутат тимем. Хаст Сногис, Хусари Рестона парламента депутата Бира Растаджифаста, Рембердаста Валзгон Сесима. Севалеттен Ахшьяк Фарст, на республика из Хуста Ауэнче, телефон. На республике Макуса Гумбалцарце до России Федерации Федерального Совета Делегаций. Уважит Яхима Райстана, пацаха до сарглавак Бибалта Анатолий. Фимбалдераста джедзерт сайраджи дарце фарстетелцед, ведун фаделу навацхаса коцте зарине бацатте гунд эрмег. Оресяк депутат Тимая Фимбалдереста дженепатца хаде сарглавак Бибалта Анатолий Банасан Кутта, Заргиян Эфсис, Хусари Рестон Эмараси Федерации Ахсан Ахсан Парламенту Рамкост Кеннад, Ногай Кайрай Тенгудзен, Умана Манен Нарма, Аскотца Кеннак Форстета, Бирайс. Приветствую здесь, в Республике Южная Осетия, государство, где каждый из вас принял огромное участие и в становлении, и в самые тяжелые годы. Были рядом с народом Республики Южная Осетия, помогали во всех политических отношениях. И самое главное, такое из этого взаимодействия, из этой помощи, это, конечно, парламентские связи между Советом Федерации, Государственной Думой Российской Федерации и парламентом Республики Южная Осетия. Конечно же, свой отпечаток в этих отношениях наложил пандемия, которая была по всему миру. Уверен, что в дальнейшем эти парламентские связи найдут свое развитие, возродятся, как говорят, после короткой паузы, опять-таки связанной с пандемией. И те планы, те задачи, которые ставили между парламентами, они будут решены. И это будет способствовать и развитию, в принципе, отношений между законодательными органами двух стран и, конечно, развитию и межличностных отношений. Я считаю, что объем работы межпарламентских связей очень большой, и без сомнения развивать эти связи необходимо, и это очень важно, опять-таки, для развития Республики Южная Осетия. Ахсан Адамукат Тактефадел Вараси Федерации Совета Комитета Сардар Константин Касачев Банесан Кутта Зарга Хуссари Вестуни Мемкост Кеннад, Эмма Халарадон Диалог Адартар Кеннел Архайнс, Бире Варасиак Депутатте, Махандар Вараси Куднесерак Стратегиум Партнер Автаце Мадисканам Ястабилон Эмман Тещин Розмецедме. Залогом такого поступательного развития, конечно же, является дееспособность власти. И все институты, все без исключения институты, должны действовать в рамках своих конституционных полномочий. У нас нет никаких сомнений в том, что президентская ветвь власти ровно так и действует. И нам бы хотелось, чтобы все институты стали бы работать именно в таком режиме. И это цель нашей сегодняшней миссии, если хотите, нашей поездки, возобновить наш межпарламентский диалог и вновь сделать его неотъемлемой частью наших межгосударственных отношений. Константин Касачев Банесан Кутта Заргаса, делегация Республика Марцет, Дуа Палата Текухтарьегаде, Бохас Магаске. Мы приехали с поручением, с мандатом использовать наше пребывание здесь, в республике, для того, чтобы в полном объеме на 100%, если возможно на 200%, запустить механизм наших традиционно тесных и взаимополезных межпарламентских связей. Понятно, что те планы, которые намечались в ходе последней полноформатной встречи нашей комиссии, это был ноябрь 2019 года, во многом пока ждут своей реализации, и в этом есть очевидные объективные обстоятельства, пандемия, но в этом, наверное, есть и много, к сожалению, субъективного. Хусари Рестоне парламент Мирардагозна Куса автомеоце хоттагандавар мастахсан парламент дурам кусткеннадл нефала юмиоксиске ахсан подзаходун архайдилдар Банасан Кутта Константин Касачев. К сожалению, парламент Южной Осетии не собирался на свою осеннюю сессию, пока не собрался на весеннюю. И это
будем называть вещи своими именами, мешает продвижению вперед не только в нашем межпарламентском сотрудничестве, но уже и в развитии в целом проектов нашего межгосударственного сотрудничества. Понятно, что у парламента всегда есть особая конституционная роль, это важнейший институт власти. Понятно, что на парламенте любой страны главная, первая ответственность за развитие национального законодательства, начиная от принятия бюджета, важнейшего закона для любой страны и продолжая любыми другими не менее важными законами. В ситуации с нашими отношениями, межгосударственными отношениями между Россией и Республикой Южная Осетия добавляются еще и такие важнейшие задачи, как гармонизация, взаимная гармонизация нашего законодательства, чтобы все механизмы сотрудничества работали без каких-то бюрократических проволочек, чтобы решения, которые принимаются на любых уровнях, доходили до людей как можно быстрее и в неизменном объеме. В базе данных Государственной Думы находится на ратификации соглашение между нашими странами о взаимном признании документов, подтверждающих факт установления инвалидности лиц, уволенных из Министерства обороны и Министерства внутренних дел Российской Федерации. Вот наш график работы принято к рассмотрению. До 18 февраля представление поправок, а в пакете документов, я хочу это процитировать, сопровождающих, разумеется, не только это соглашение, но, наверное, любую ратификацию, есть фраза, что целью соглашения является создание правовой и организационных основ для развития союзничества и интеграции между Российской Федерацией и Республикой Южной Осетии. Союзничество и интеграция. Вот цель той общей работы, которую мы делаем силами двух парламентов. И когда один парламент эту работу продолжает делать в полном объеме, а второй в силу известных причин не работает, понятно, что останавливается не только работа парламента, останавливается вся наша общая работа, которая нацелена на развитие двусторонних отношений, но в конечном итоге, это, наверное, самое главное, которая нацелена на решение тех проблем, с которыми сталкиваются жители, граждане Республики Южной Осетии. И это тот мандат, который они давали своим избранником в парламенте, это тот мандат, который парламентарии не имеют права не отрабатывать. Поэтому мы сегодня рассчитываем на встречи с нашими коллегами, с парламентариями и на перезапуск всех имеющихся механизмов, институтов нашего взаимодействия безотлагательно. Времени прошло уже достаточно много для того, чтобы, что называется, переступить через эмоции и вернуться к серьезной созидательной работе. Варасиак депутат Токодемагас Кацохам фандахицен сестен гостер Камавал Дармола ва бастайцем дистай. Президент Бузнжин хасте зах та Варасиак депутат тен на республика ецагак процистем апнезу хустарды тахай. Ма банасан кута зага республика ярасца ва петер адам цардем вазад фабарзун таркен тахай. Сегодня будет еще подписано одно соглашение между нашими оборонными ведомствами, это и по выслуге лета, и по пенсиям. Конечно, это тоже соглашение пойдет на ратификацию как в Государственной Думе, Совета Федерации, так и в парламенте Республики Южной Осетии. То есть соглашение с Российской Федерацией, расширение вот этих соглашений на основе того договора основного, который был подписан с Российской Федерацией, они расширяются. И, конечно же, таких правовых актов, определяющих и благополучие страны, определяющих комфортность проживания людей, определяющих и дальнейшие перспективы, там, пенсионные, то выслуги лет, они все разрабатываются, они все готовятся и готовы к подписанию. Готовится к подписанию и соглашение по повышению заработной платы, государственной службы, бюджетных организаций. То есть все это, вот, тот объем работы и тот объем финансовой помощи, который оказывает Российская Федерация, она действительно растет. И есть договоренность с Владимиром Владимировичем Путиным во время нашего разговора и встречи, и общения, и решения вот тех проблем, которые есть в Южной Осетии. Они находят полное, абсолютное понимание. Есть решение, чтобы все эти выплаты, зарплаты, они поднялись до уровня Северо-Кавказского федерального округа. И фактически вся работа на сегодняшний день, она завершена. И
в скором будущем, опять-таки, будут подписаны те дополнительные соглашения к договору, которые будут определять, значит, как раз будущее и людей, и в целом государства. Костя Зарина Костя, Рауль Кусрат, Тамирлан Таттате, Зарина, информацию Равахт Абон. В России Федерации Федералун Савита делегациян Финбалдует Хусари Рестуна парламента Сардарфа Цахадива Гасита Пьотер Имедар Финбалде Сайраджидар Дзерцет Хусари Рестуна парламента Костес Нук Кененама Дартар М. Кост Кеннаде Фарстетел. В май Дартар Маца актуален Фарстетел Дзертуи Вейфаделу Навацхасек Безертесте Лайбасеттегун Эрмег. Дорогие гости, Константин Васильевич, добрый день. Здравствуйте. Спасибо за приглашение, за прием. С удовольствием откликнулись. Гасите Петр Гасузахта, Варасяк депутат Тен Эмебан Санкутта Загауир, Цедрадун Хатов Дисену, Недуэ Бестет Закон Тетта Горган Техсен Хелараду Нахасте Текеис Уэмен. Эти встречи происходят у нас регулярно, к сожалению. Эта ситуация в мире пандемии внесла свои коррективы, мы очень долго не встречались. Тем более я рад еще раз вас здесь поприветствовать. Вы здесь у нас... Вам совершенно искренние, теплые, братские, дружеские отношения. Там как работы межпарламентских комиссий, так и, конечно, по помощи, пониманию ситуации, которая у нас здесь сложилась, мы воздаем огромные надежды. Я думаю, что уверен, убежден, что после вашего визита, я думаю, потихонечку здесь наладится конструктивная работа, такая, какая должна быть законодательном органе любой страны, в принципе. В России Федералун Совета Комитета Сардар Константин Касачев-Бан Санкутта Загайн Ахсызгону Ахсан Парламентун Кускайснук Уэй. Коронавирус и пандемия фестива гэннэн нэбан тэзбира фэнтэ сахэскэнэн. Фалиэнэ хэстэм гэскэнэ рэй фэстэмэ дарар хайдэстэ нэдуэ бэстэт ахсэн ам кускэнэн адрайтэн кэнэмэ. Мы считаем предельно важным сейчас приложить все усилия с обеих сторон для того, чтобы наше межпарламентское сотрудничество возобновить в полном объеме. Последнее заседание, как вы знаете, состоялось в ноябре 2019 года, тоже после того, как был избран новый состав парламента республики. Есть очень подробный протокол этого заседания, и в этом протоколе неотъемлемой частью является план работы комиссии на 2020 год. Подробный, конкретный. Понятно, что большая часть положений этого плана осталась пока не реализованной, и, собственно, это и есть программа наших действий на перспективу. Нам не нужно что-то дополнительно изобретать. Понятно, что надо делать. Надо просто садиться, засучивать рукава и работать вместе. Мы к этому готовы. И нам важно в ходе сегодняшнего визита, это цель основная нашего визита, убедиться в том, что к этому в равной степени готовы наши коллеги в парламенте Южной Осетии. Федерации Совета Комитета Сардар Кутбана Санкутта и Магаскауи Тхэйф Цаджидар Гау Хусари Рестуны парламента Куз Аппадгур Ахстесну Кэнэн. Хитсэн Цэстэнгасты Кэцтэвэ Йэнз Аллы парламенты дар Куама Аверд Мацэуэй Бэстэй Амэ Ядам Цэмэдистэй Вэлдэр. Важнейший инструмент нашего двустороннего сотрудничества должен быть задействован в полном объеме. Иначе пробуксовка неизбежная со всеми вытекающими отсюда последствиями для всего того огромного массива уже наработанных решений наших двусторонних отношений и, разумеется, как минимум не менее большого, а может быть даже и большего объема решений, которые только предстоит сделать, достичь, выработать и реализовать. Уэйфэстэ дуэбэстэ парламенты депутат тэхсэн парламентун комиссы кустэфэлгэттэ рдзэртуй дартэр эмкус кэнэн ады фарстэтэл. Комиссар хайдэны сану конкретун хэстэс кэцзак кэнэн, кэцтэны сану адэмэ цэмэдистэ гак кэнэн. Бан Санкутта Константин Касачев. Понятно, что прошло уже 12 лет с времени известных событий и признания суверенитета, независимости Республики Южной Осетии со стороны Российской Федерации, но сделан огромный массив работы. Вот мы посмотрели, там точно совершенно больше 100 уже двусторонних соглашений подготовлено, подписано, ратифицировано, вступило в силу, действует. Вот. Но есть достаточно большой блок, в том числе и соглашения двустороннего уровня, которые только в стадии разработки, либо ожидают своей ратификации. Сакустафал Гетта парламента депутат Терзерту Ахшиак Фарстетл Кетста Комес Куцагарцауи Вахс Рестеджа Водонисты автотранспортом Ферестам Воскай Хонам Уэра Синакоттаг Фахуматаг Дерканен Ама Юми Ягасиске Тамужне Сертл Весталасене Автома Пенсион Ифтунгады Федел Фарстетедер Базар Тестела Гузеттата Сермен Рсуй Тезарема Информацион Равахт Абун.
Республика законда тагургана депутаттарна той сакостма. Уйфадел бастундарайу народун армак. Сессия буны фаткма хастер цедью фарст ахсан парламентун комиссы архайды фалгатты сенатор траны хас амайл депутатта сразысты амкаласай. Я бы хотел открыть первое заседание пятой сессии парламента Республики Южная Осетия. Кворум у нас есть. Сколько человек? 30 человек. Давно этого не было в этом зале, но уже хорошо. У нас на повестке дня стоит всего один вопрос о выступлении членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в рамках межпарламентского сотрудничества. Если возражений против этого вопроса нет, тогда я буду считать первое заседание пятой сессии открытой. Сессия на хасе Борлавердерцет Константин Гасачев, Энвейар Фаракотта, Яхусари Ростойнак коллега Тен Парламента Костсну Кенне, Эмма Волзагун сессии Радиона Федел. Позвольте прежде всего всех вас поздравить с этим очень важным и, не побоюсь этого слова, ответственным решением возобновить работу парламента, открыть весеннюю сессию. Разумеется, она будет крайне непростой. И мы будем держать пальцы, чтобы у вас все получилось, чтобы каждый из вас нашел возможность изложить свои взгляды, отстоять свои позиции, добиться желаемых решений. Увы, в политике так не бывает, что при наличии многих партий и фракций каждый из них добивается своих решений на 100%, и придется, конечно же, искать точки соприкосновения, искать компромисса. Уверены, что вам это по плечу, и, конечно, со своей стороны будем всегда готовы подставить плечо парламентское и помочь всем тем, чем мы можем помочь, вне зависимости от ваших политических взглядов, ваших политических платформ, в интересах содействия деятельности вашего парламента и нашего межпарламентского сотрудничества. Константин Касачев, мой нахас мабов, та заркадуе бесте ихсен парламентун амгуст кенна дуахшиак сейрак фарст та аскутсак кеннен ахосцид катаритер, ама автаудзен нерайфестамедер. Махлен бенегнекуздарам ва республикаец процистет сауудумме, ама нерайфестамедер кензистам амархайд. Умене мехуссар иристониме амгуст кенна дуарасиену ахшиак банасан кота Касачев. Для нас, для сенаторов, для депутатов, вопросы межпарламентского сотрудничества с Республикой Южная Осетия – это вопрос приоритетный. И, конечно же, вопрос нашей общей работы, работы, которая уже вне зависимости от наших политических взглядов и платформ, выстраивается по той линии, которую четко совершенно отфиксировал президент Российской Федерации и которая без каких бы то ни было двусмысленности означает всемирное развитие наших двусторонних отношений и всемирную поддержку дружественной нам Республики Южная Осетия. И эта поддержка, разумеется, была, она есть и она будет. Мы очень внимательно слышим, слушаем и рассказы о том, что здесь происходит, и анализ того, что здесь происходило раньше с точки зрения реализации соответствующих программ и пожелания в отношении того, что должно произойти. И для этого, конечно же, очень важны два дееспособных парламента, как два важнейших института государственной власти здесь, в Республике Южная Осетия, у нас, в Российской Федерации, чтобы всю нормативную базу, все, что связано с подготовкой и ратификацией наших двусторонних соглашений, все, что связано с гармонизацией национального законодательства наших двух стран, все, что связано с парламентским контролем за ходом реализации достигнутых договоренностей, чтобы все это реализовывалось в максимально возможном объеме. Но не получилось нам это наше сотрудничество возобновить в приоритетном порядке, и здесь уже были другие обстоятельства, не менее, я думаю, вам всем хорошо известны. Ваше решение здесь приостановить работу парламента в силу тех политических разногласий, которые возникли. И мы приехали сегодня, нашей делегации, сюда, в Цхинвал, для того, чтобы, конечно же,
лучше понять эту ситуацию изнутри. Она нас беспокоит. Это ситуация, которая развивается у наших партнеров, у наших друзей. Понять эту ситуацию, выслушать доводы всех, кто был готов с нами поделиться такими доводами, но при этом никоим образом не примеряя на себя мантии судей. Это дискуссия сугубо внутреннего характера, это ваша дискуссия, где каждый имеет право на свою позицию, каждый имеет право на свой подход. И у каждого, я хотел бы это особо подчеркнуть, есть и особая ответственность за то, чтобы дать оппонентам возможность свою позицию заявить, защитить и отстоять. Это все основополагающие принципы парламентаризма, многопартийного парламентаризма, демократии, которая, я уверен, уже устоялась здесь, в республике, которая обязательно должна развиваться и укрепляться, хотя нет, наверное, ни одной страны мира, где бы не было проблем функционирования демократической системы. Просто нужно эти проблемы видеть, идентифицировать и вовремя к ним обращаться. Россия депутатта делегации Цхинвалма Арцет Самефастак Растаджасов Зарга Ахсанадун политикун вовар базун уйбинаты. Мы настроены на то, чтобы теперь наши межпарламентские механизмы запустить в интересах решения тех самых конкретных проблем, о которых я только что говорил. Понятно, что есть общая программа, межгосударственная программа оказания содействия, поддержки республики. Она идет из федерального бюджета и, на, как вы знаете, на очень значительную часть, более чем на 4/5, формирует бюджет республиканский. Есть инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию республики. И понимаю, что есть разные оценки ее реализации, но она есть, она профинансирована Российской Федерацией. И задача сейчас заключается в том, чтобы добиваться максимально эффективного использования имеющихся средств. Понятно, что у нас есть поле взаимодействия в нынешних чрезвычайных ситуациях в сфере здравоохранения, я имею в виду противодействие пандемии коронавируса и тестирование населения, и вакцинации. Здесь мы в вашем полном распоряжении. Если здесь какие-то вопросы еще не решены, пожалуйста, дайте нам об этом знать. И в конечном итоге, конечно же, должна, вот, кроме нашей межпарламентской, как можно быстрее свою очную работу возобновить двусторонняя межправкомиссия по социально-экономическому сотрудничеству. Это уже правительственный орган. Напомню, что она не собиралась с апреля 2019 года. И это тоже, разумеется, почти двухлетний срок, на мой взгляд, совершенно затянувшийся. Абон зерце фарсетелсед уведон истерцедесте ахсан парламентон камиса кустардмен. Аменер парламенте квест снуккен нефесте. Анемен кавагут сахшиак фарсетен амис уведон аскоцаккенен ме аравналын. Более важные – это меры, которые нацелены на повышение уровня жизни людей, социальной защищенности граждан республики. Вы знаете, что российская сторона в этом смысле проявляет максимально доброжелательный подход, и, признаюсь, иногда даже трудно разговаривать уже с собственными избирателями в наших регионах, в наших субъектах федерации, которые порой обижаются, говорят, вот видите, все лучшее нашим друзьям, да, а мы-то тут кто? Ну, мы стараемся, конечно же, находить решение во всех ситуациях, но поверьте, что, я повторю это еще раз, поверьте, что Республика Южная Осетия в этом смысле в приоритете и получает поддержку в значительно больших объемах, чем большинство субъектов Российской Федерации. Банусан гонд фарсета сыхасткенен басту, дуба варсун активун амгасткен надал, амаса уэйты хайкава активун дарайкусен. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в сессии парламента, в заседании парламента, и, разумеется, в первую очередь, группу сенаторов и депутатов, которые к нам прибыли из Российской Федерации. Вот это Алена Цуси, Тимарьяна Куста, Александр Куста, Рауль Тататазариня, информацию на Равахдабун.
Сессия фаста Ахсана Демонхотакта Фадел Варасия Федерация Федералун Совета Комитета Сардар Константин Касачев, Амана Парламента Сардара Фацахадива Гасита Петр, Зуапатаратто, журналисты Фарсатен. Гасита Петр Бан, Санкутанов Сайкаис, Парламент Дартардар, Якост Кекензен Уэмэй. В парламенте Республики Южная Осетия была проделана огромная работа, которая в итоге, мы надеемся, приведет нас к стабилизации ситуации в парламенте и в республике в целом. Кроме того, разумеется, была проведена работа в рамках межпарламентского сотрудничества, где были обозначены злободневные проблемы, все вопросы взяты, так скажем, на заметку, и дальше будут прорабатываться и в Совете Федерации, и в Государственной Думе Российской Федерации. Я думаю, что уже определенные подвижки есть, и мы будем ждать практический результат от наших встреч. Я еще раз хочу подчеркнуть, что межпарламентское сотрудничество носит исключительно практический характер. Любую проблему мы пытаемся решить именно в рамках нашей работы. Здесь шли дискуссии сугубо внутреннего характера, они мешали работе, нормальной работе парламента, и, соответственно, у нас в каком-то смысле не оказывалось партнера для того, чтобы продолжать межпарламентский диалог. Заседание, пусть и в урезанном составе комиссии двухсторонней по межпарламентскому сотрудничеству, оно состоялось, оно было совершенно конструктивным, содержательным, есть конкретные договоренности, как мы будем работать и впредь, но было понятно, что для того, чтобы выходить на полномасштабные параметры сотрудничества, требуется возобновление работы парламента республики. И нам в этом смысле было интересно понять позицию всех политических сил, которые представлены в парламенте. Мы никоим образом не вмешивались в их работу, мы ни в коем образом, я знаю, что какие-то циркулируют слухи, мы ни в коем образом ни на кого не давили, мы высказывали исключительно свою точку зрения. И наша точка зрения заключалась и продолжает заключаться в том, что в равной степени и Республики Южной Осетии, и Российской Федерации нужно сохранить и развить наше межпарламентское сотрудничество. Хотел бы высказать искреннее удовлетворение тем, что вот сейчас вечером уже парламент республики по консолидированному решению всех без исключения представленных в парламенте фракций возобновил свою работу, присутствовали все, насколько я понимаю, все депутаты. Это значит, что мы вновь начинаем нашу совместную работу. Впереди очень большой путь. Начало весенней сессии, о которой вы объявили сегодня, означает ли это, что парламент возвращается к полноценной работе? Я очень на это надеюсь. Я не хочу делать каких-то заявлений, которые бы сейчас потом не подтвердились. Но я думаю и очень надеюсь, очень рассчитываю на то, что благоразумие возьмет верх, и дальше парламент будет работать так, как он и должен работать. Нехсанаяхицен Сада Аззад Федебестайон Стархаста Ведиран Элборт Евгения Вейрацет Зен Фала Каде Фендагл Факуста Барну Бенетте Ама Хурзахченует Цалдар Фацахадун Хурзахай Абун Ведиранея Анусун Бенетме Афендараскутто Яхиветте Хицавадвенгте Ама Ахсанаде Миневертте Тастахарзбузагам Хурзадеймаген Иристоне Бирачи Варста Иристоне Бирачи Фалаккаткутто خسته استرف دبسته و خسته خیاد چیستا آخما دیما گد بلاخی زوتران قطنگ آتر گاتر کنند نیخسن آخیز نوجداری و دیما گد کچه یخای بخواست نیمیتزاک فاشیست نخمتوخه آبونز خینوال فستاک خرزبون زاختوی فدبسته استرخست ویدیران البورت آلکساندر چز ایوگینین و یه فستاک فنداغل آفندارست کود دو یه بینون تا امه وخص آدم خید سوادو ونگ تا امه اخسان آدمی نوردده اپن رجی دارم نوید یران تمر باقص دسته نو گاز رازمه همین بلک کاد کد توی سبان کدو دی صافته باقص این کد توی کرزیه هم یک فیت تا مفته خودگم از زرگه بعد آده ایمان نزاخت دایید زرگه من اما این سوز پاس زادیست سرم بود حالا نزونه بعد زگن استر خود صاحب چیز آقا بوی راز بالا اوید نید کندری تقویدی سلکات گلک چین خود تا جدن کچه خود تا گدن سخ اکتیم شار دیستن گومه و کشه فند خود تا جدن نیستا بک جین آده در مشی جین آده در اکتیو و خواهد یفگینیا نسخ میده گودیس کات جنا دیماک
Ждалжина Диман. Сыхе Каражиан Уарзен Кутта, Каражиан Санбарен Кутта. Кадмах Дайме Фешарди Нехсен. Оцевга Азал Бурта Евгения Балансон Кутта Ясада Азу Юбилей. Вайрайгурт Минифара Сада Дуэнам Азу Фентасам Апрелы. Цхинвалы районы Дмениса Кавы. Хаст Курайды Тавад Яцардан Бал. Эвсаттун Службагана Кут Старшак Има Цардасты Пермикрая. Хаст Эфицак Бунтаршак Ацет Фрунтма. Эвзунг Сугой Мокта Арыздах Цхинвалма. Эмакуста Эвакуацион Госпиталы. Евгения Уарахарама Седвады Вазу Аста. Минифара Сада Цепур Иртекагам Азу Райста Саугахат. Куд Яцардан Бал Кут Старшак Фаморт Кабатарай. Евгений Александрович госпитал факуста хаст фаудма. Дасаз фаста яцард баю кут таз губир кавкак ханегат хасан гаврил фартима. Вы дарует федебаст нестер хаст хаядисег. Ханегат хасан има албурт Евгений фацард фанзаяз барт. Фашист унгерман алфавала хизл эвдай фунза зсы хаст азе. Найсен курт Евгений Александрович гей райстая фастак интервью. Бира рынчентами уведи. Бира дынди. Туди ме го сабрунме. Тарига до десте фена не видя да ходесте. А в зерница остой. Хорз, ете ме ми илджурга кутто, што делат хороше. Навсата илджурга кутто. Яцар габунты коммунистом партии Венг Албурт Евгения Куста Барнун Бенетте. Ама кутта активун Ахсанадун Архайд. Хурзах женуэт пацахадун Хурзахтай. Вадун маце Кавказа Бағаққанын Тахай Майданай. Ленин юбилиум Майданай. Ама андар Хурзахтай. Нырна кастар тансабун өзен цесатықсын кәні өйті қай әмбәлін зуап кәні әқос райсын. На республика әйіз көстасы вәләттен әуәнче телефон. Өй көт күссен өмәцім рискөтті намыц қасақ цуците Марианна. Хусари Ристона Фазен Севала Тауанче Телефон. Зенсардуагун Уавара Бохуага Науком Таннер Сабуну Зен Сесетах Сенкануи Тахай Розурен Ама Севала Тиборта Фадел Ахаст Борджинай Ахос Ройсен. Хотвудун Факал Каима Дар Анахос Канен Самайен Хистер Бохос Кана. Посамуна Ин Сесара Зенай Кауэй. Мах Босар Хайзу Стамол Каси Севалунан Дар Яуда Гатфа Фидор Каненен Бохос Каненел. Бонусан Кута Севала Тиборта Фадел Ахаст Борджин Сухорбата Татьяна. Изначально идея создания телефона доверия, она возникла с приходом молодого человека, который является родителем. У него была проблема, которую он нам озвучил, рассказал, но захотел остаться неизвестным. И он и предложил создать такой телефон доверия, куда бы человек мог звонить и рассказать ему о своей проблеме. Мы обдумали, подумали и решили его сделать. Мы его сделали. Идея нам показалась очень хорошей, правильной. Нарастаджи дуниен дарбастаты дарбира анаком танцао вархуматагнау. Проблема тасенис бинун тахсан сколаты авта умахмадар. В магаскарахче аванчи телефону номер табай варзасты сколатыл, ама сколай агумай ахурадун вагдаттыл. Кацывалун яхадак сымбалд гумира хастыл. Нават сымах систу тума карза хасты авдисан. Вада намаг базурут мана ацы телефоны номер тыл. Он может позвонить родитель и захочет остаться анонимом и сообщить о какой-то проблеме. Или сам же ребенок, который попал в трудную ситуацию, но стесняется сказать педагогу или своим же родителям. Мы его выслушаем, решим проблему и уже направим в правильное русло. Если будут поступать звонки, которые будут просто так, как бы, ну, либо издеваться, или просто, наверное, как-то такие злополучные звонки, если будут, то этот номер будет стоять на учете в микрофоне. И все звонки, которые будут беспокоить как бы процесс вот этот, они будут все выслеживаться, потому что он создан для того, чтобы помогать. Фицограстаджуал телефоны базуржи танзуап датсан омбудсмен яхадак фалафаста дар аванчи телефоны хах. Рауарахтар удзан амавад уэсэ ивраастаджит салдар адай маган удзан психологун аххоз баканын. Вамай валдай ма аванчи телефон ма базуржи тан радзурзисты сававары кударханын гаввэйты хай. Амаса базунга канзисты сабартима. Гобустагунда сусит Мариана Кокойт Александр информацион рауахт. Абун. Нарта базунга утыхсазан февраля бунгады баракканан тима.
Знавра района Ведзань Ивгал Сестуальда Фахармат Бунаех 6 градуса Хсаве и градус Карм. Знавра района Дарьивгал Сест Бунаех 3 градуса Карм Хсаве и градус Вазал. Гуайса Асест Бунаех Эдуардзен Мит Бунаех 3 градуса Хсаве Цепар градус Вазал. Ленингура района Ивгал Сест Бунаех 6 градуса Мехсаве и градус Карм. Республика и столица Цхинвала Дарьивгал Сест Бунаех 8 градуса Мехсаве и градус Карм. Ахамы дестина информационной службы бацатте гундермач, текет тарит теркусут хорс, хабарте, мэнэ радун, финбэлдме эфира.